назови две вещи, которые другим стоит знать о тебе. Я люблю горы. Я люблю вино. Класс. Какие привычки наполняют тебя энергией? Занятия спортом. И общение. Где ты берешь мотивацию на то, чтобы систематично тренироваться, бегать? Откуда у тебя мотивация на здоровое питание? Внутри себя. Нет причин быть лучше, нет причин больше тренироваться. Я не собираюсь участвовать там в олимпиадах или там завоевывать рынки там этого мира. Я делаю, потому что мне это нравится. Все, вот ответ. И ты, условно, если там экстраполировать это на бег, я бегу, и я кайфую. А особенно я кайфую, когда я бегаю по другим городам. Это такой кайф. Встать раньше, чем другие, даже жители этого города, одеть кроссовки, одеть наушники и просто бежать. Иногда даже без наушников, наслаждаясь звуками этого города, просыпающимся. Что значит для тебя принимать и любить себя? Это значит принимать себя таким, какой ты есть, со всеми недостатками, достатками. Не важно, что говорят другие, важно, что ты думаешь о себе. Три чашки чая, маленькая жизнь, замок из стекла. Это из художественной литературы. Стратегия голубого океана. Это, наверное, из там запас, доставляя счастье. Это из таких вот бизнес-литературы. Но реально я хочу порекомендовать людям это маленькая жизнь. Ханя Янагихара. Ханя Янагихара, маленькая жизнь. Это толстенная книга, там, по-моему, 700 страниц, но к ней нужно подойти более вот осознанно, потому что это не такая книга, как чтиво, это очень сложная в плане восприятия книга о четырех друзьях и о их жизни. И весь секрет и все понимание этой книги раскрывается в ее названии. Как переводится фраза, которая у тебя написана в Инстаграм, в профайле на грузинском? Фраза переводится как «Друзья познаются в беде». Твоя любимая песня группы Музавреби? Все песни любимые у Музавреби, но мне «Щау Гвиноши» нравится песня. Это о чем она? «Черные вишни плескаются в красном вине». О жизни. Как и все их песни.